Как-то раз я пролетал по берегу Ладожского озера, а Наташка, она сидела рядышком со мной и в песке играла палочкой. Она втыкала ее в песок и делала фонтанчики из песка вверх такие. Песок достаточно крупный, и одна из песчинок попала мне в стик пульта управления, и я не смог выйти из пике, когда я ее закладывал на квадрике. У меня он застрял просто. И на огромной скорости я влетел в песок и камни. Одна из списка квадрокоптера надломилась, хотя он состоит из высокопрочного карбона на 4 мм толщиной. И, в общем, я даже боялся к нему сам идти, поэтому послал Наташку. И вот можно видеть мое выражение лица, когда она его приносит. Но все закончилось благополучно, я его отремонтировал.